Добрый день. Сегодня обзор Огнева. Производитель Германия. Огнева идет, комплектуется такие вот шкребок, тут под ключик, высекатель, линейка. И есть еще цепочка. Но я цепочку выкинул, она мне не нужна. И заменю паракордовым шнурочком. Огнева состоит из ферроцериевого стержня и с магниевого бруска. Мне часто задают вопрос, или это оригинал. Это действительно оригинал. То есть это проверенный, 100% оригинал. Я его немного доработал. Здесь убрал гладкую кромочку. Сделал ее более острой, дабы было удобно высекать искру. И сейчас я вам покажу, как у вас меняется магний. Магний можно не жалеть, поскольку как бы ферроцериевый стержень быстрее расходуется, чем сам кусок магния. Сейчас мы натираем стружку. Стружку можно ножиком натереть. Можно этим шкребком. Можно не жалеть. Ножиком будет более большая стружка, если точить. И покажу, как развести. Обычно налаживается. Подлаживается, вернее, с подберезы или какая-то листочек. Туда мы собираем стружку, подготавливаем сразу же сбоку мелкую щепу, когда будет вспышка, чтобы подложить, чтобы разгореться. И все вот зачастую высекают линеечкой вниз, то есть идет вниз. Но правильно, как я читал в интернете, и вообще все говорят, что нужно огнево от себя. Ну, можем по-разному, как кому удобно. Оп, пошла вспышка. То есть при большом количестве она будет мгновенная, большая, и получится развести огонь. Вон остались кусочки. Это уже мелочь. Вот такой вот полезный девайс. Его можно мочить. Даже можно сейчас намочить. Я вам покажу, что он будет все равно продолжать работать. Сейчас наберу воды. В чашке есть вода. Мочим наш брусочек. Вода теплая, горячая. Я набрал с котелка. Вот он у нас промок. Хорошо. Протрем тряпочкой. Протерли. Как бы получился он у нас сыроват. Нашкрябаем сейчас снова магния. Стружка у нас есть. Собрали в кучу. Желательно, если есть ветер, то как-то защитить, потому что ее раздует и придется снова. А теперь пустим искру. Подведем ближе.
дабы было видно, как оно вспыхнет. Видим стружку на видео. Пускаем искру. И пошла белая вспышка. Всем спасибо. Кому понравилось, ставим палец вверх. Вопросы под видео. Присоединяйтесь в группу ВКонтакте, Фейсбуке. Подписывайтесь на Твиттер, Инстаграм. А также следите за другими новостями. Всем спасибо. Пока-пока.